Что мне для этого надо? Один белок, отделенный от желтка, который нужно взбить в крепкую пену. Взбиваем белок. Пока взбивается белок, я поставлю, чтобы растапливался шоколад. Тут у меня водяная баня. Ну, просто, собственно говоря, вода. И миска. Сейчас это все должно довести до кипения. И потом я брошу кусочки шоколада. Так, итак, взбитый один белок. В один белок я добавляю 85 грамм сахарной пудры. Ну, здесь, знаешь, измерить нужно весы. Это примерно 85, потому что полстакана это где-то будет вот так. 120. Так, 100, так 85. А может, 84. Потихонечку всыпаю сахарную пудру, чтобы получалось... гладкая, густая масса. Тут я просто хочу, чтобы ты увидела, какая она должна получиться. Она должна получиться, видишь, такая тянущаяся. Один белок, 85 грамм сахарной пудры. Это у меня уже взбито. А теперь добавляем 2 чайные ложки кукурузной муки. Чем этот десерт интересен? Тем, что здесь вместо обычной муки используется кукурузная. А кукурузная мука дает рыхлость тесту. Раз. Два. И кокос. Мне нужно 90 грамм кокоса. Ну, кокос легкий. Я думаю, что это как раз вот столько будет. Чуть больше, чем полстакана. И тоже добавляю туда же. Вот и все, тесто готово. Вот мой противень. На противень мне нужна фольга, чтобы ничего не прилипало, не дай бог. И сейчас я буду делать шарики. Я беру и накладываю ложкой вот так вот такой формы печенюшки. Кто пришел? Я. Ты пришла? Мама, ну что ты делаешь? Ну что я делаю? Я делаю печенье. Мы же все закончили. Молодцы. Хотите поучаствовать? Да. Так, давай, Наташа, показывай. Пример. Так, подальше чуть-чуть друг от друга, чтобы они не прилипли. И такие вот, они должны получиться такие кругленькие. Вот на творчество. О, красота. Теперь Маруся. Давай, Маруся, ложку бери. Набирай. О, вот какой огромный. Так. Давай, вот сюда аккуратно. Молодец. Вот. Давай, давай пальчиком его. Помоги ему слезть с ложки. Как замечательно иметь помощников на кухне, а? Посмотри, сразу все быстрее делается в 3 раза, потому что 3 пары рук. Надо растопить шоколад, чтобы потом... Маруська, хочешь, тебе научу, как бить шоколад? Бери в руку. Так, и вот так давай вместе. Еще раз. О, вот это сила. Сразу все расколотило. Мы теперь берем эти кусочки шоколада и кладем на водяную баню, которая у меня уже здесь кипит. Ну что, девчонки, справились? Да. Ну, красоты у вас получились. Молодец. Все, теперь мы это печенье, которое так художественно у нас оформили... О, нет, это не надо, Марусь, не надо, это уже не надо, горячо. Оформили девчонки, Лена и Наташа, ну и Маруся, конечно. Эту красоту мы ставим в духовку минут на 15-20. Вот так мало, тогда мы пойдем. Ну, давайте. Вот, как ждать, так скучно. А между прочим, кулинария – это еще и терпение. Так, вот. Поехали, красавчики. О, ты посмотри сюда. Ты видишь? Можно, иди сюда, Марусь. Иди, можно. Ну, красота? Просто класс. Они практически готовы. Очень красивые, все красивые. Мы их вынимаем потихонечку. Они, видите ли, приподнялись чуть-чуть. Такое кокосовое безе. А вы чувствуете, девчонки, как кокосом пахнет? Ну вот и все. Мы практически готовы к пути. Вот у нас растаявший шоколад. Переместимся на стол. Наташа нам покажет пример. Давай. О, красота. Давай, Марусь. Ну, здорово. Мам, шоколад у нас еще остался. Шоколадно хватит на все пирожные, вот увидишь. Все, да. Мы готовы к выезду. Девчонки, одеваться.
За коробкой. За коробкой. Ой, да, несите сюда вашу коробку красивую. Скорее. Маруся, беги скорее за коробкой.